Денис Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вам 65? Не совсем, да. Дома культуры «Искра» сегодня юбилей исполняется 65 лет. Сегодня праздничный концерт, посвященный этой дате. Станислав Андреевич, да что ж такое-то, ё-моё. Ну, мы находимся, как всегда, в городе Покровске. Как всегда нас окружают замечательные люди. В городе фонда 10 тысяч тонн. 10 Фонд... тысяч тонн золота. Золото. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Юрьевна. Да. Поздравляем. Вам спасибо. У меня к вам вот вопрос какой. Так. Мы сегодня поем только одну песню с вами, так, как у нашей сотни. Так. Нам сказали, что без микрофонов уже все поменялось. И нам сказали выходить вперед, ближе. Так. А как нам теперь? А шаг назад сделаете, как раньше. И вы тогда не будете выходить все куплеты, как, а только выйти на это? Вот пойдемте сейчас с нами, припетим. Пойдем. Чтобы мы хоть знали. Пойдем.